сегодня 21 марта. 21 марта 1896 года в жизни самарских улиц произошло знаменательное событие. Городской гласный Сергей Лавров внес на заседание Самарской думы предложение о введении в Самаре, подобной Петербургу, нумерации домов. 21 марта 1910 года в Самарском речном яхт-клубе состоялось организационное собрание отдела воздухоплавания. На нем был избран комитет отдела и рассмотрен его устав. Так в губернии начиналась собственная история воздухоплавания. Ежегодно 21 марта во всем мире отмечаются Всемирный день поэзии, Международный день кукольника и Международный день лесов, он же Всемирный день защиты лесов. 21 марта появились на свет английский киноактер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда Тимоти Далтон, участник английской группы The Prodigy Максим Реалити, бразильский футболист, чемпион мира Роналдиньо и другие знаменитости. В народном календаре сегодня весенний солнцеворот или вербоносица. К этому дню уже должна была распуститься верба. Ее ветки люди приносили в дом. Считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть, бытовые неполадки, ссоры, болезни. А еще в этот день подмечали, если облака плывут по небу быстро и высоко, погода будет доброй. А если будет метель и снег ляжет на поля волнами, это к хорошему урожаю хлеба и овощей. Такими событиями вошел в историю 21 день марта. Всего вам самого наилучшего!